Солнце. Солнце. Солнце, иди сюда. Солнце, солнце. Иди сюда, солнце. Она хотела прям сверху ко мне залезть. Давай я положу сюда орешки. Мне вот я поилку повесил, а никто не пьет. Это что такое вообще? Солнце. А это прячет, ягод прячу, все. Ягод запасливо. Солнце. Солнце. Сидим, едим. Я удивляюсь, тут я стоял тут где-то минут 40, ни одной белки не было. А сейчас. А сейчас тут 4 белки. Злодейских. Убежала. Вон та, которая дальняя, это какая-то старенькая белка. Ягод старенькая белка. И это, кстати, дикие белки сидят. Здесь вот только вот эта, которая с рук берет, она более-менее ручная. А вот эти все дикие. Вот эта дикая, та дальняя тоже дикая. Я, говорит, слышь, дикая белка, дай я тебе орешков насыплю, что ли. Давай, говорит, сыпь. Не, подожди, дикая белка. Дикая белка, а ты вот это вот ешь? Вот такое вот. Такое, говорит, я не ем, говорит. Подожди, а вот эта девочка у нас вроде. Ты же девочка у нас. Девочка. Белочка, девочка. Ты как вот к этому относишься? Понюхай хотя бы. Не буду, говорит, я нюхать это. Вот злодейка какая. Да, даже нюхать не стал. Это что такое вообще? Или это мальчик у нас? Да я тебе еще насыплю. Мальчик у нас. Давай, говорит, сыпь. Она что-то вот так вот, у нее с дыханием какие-то проблемы. Она все время так, это не сейчас. Прибежала. Прибежала, говорит. Солнце. Злодейка какая, а. Ты давай сюда иди. Сюда, говорит, иду, конечно же. Нет, ты сюда давай. Не любят, когда под хвостом. Вот так вот, да. Молодец, как проголодалась. А я, говорит, бегала, проголодалась. Солнце. Тебе чуть-чуть веса не хватает, кстати. Чуть-чуть веса не хватает. Убежала. Подожди-ка, белка злобная. Оп. А ты смотри, водичка тут. Иди сюда. Ну куда ты?
Подожди, ты гладец даешь или нет? А я, говорит, даю, я хорошая, я белочка. Какая, говорит, я хорошая, белая. А худая какая-то, это жесть какая-то. А та убежала, обиделась. Вот эта худая белка прогнала вон ту здорового. Это что такое вообще? Иди сюда. Иди сюда. Вот так вот. Я сейчас удивлю ее. Сейчас я тебя удивлю, слышишь? А это все сидит, ест и кает. Я, говорит, и каю. Злодейка. Злодейка. Солнце, давай я тебя удивлю. Ты же вот такого не ожидала. Побежала. А я сейчас еще больше удивлю ее. Это старенькая белка. Она сидит грустно. Я, говорит, грустно сижу тут. Сижу грустно. Толстая, я, говорит, старенькая, толстая. В меру упитанная. Бодипозитивная белка. Вот. А я все уже уходил. Я уходил, оглянулся. Вот эта белка. Она сидела, она на дальней ветке сначала сидела. Вот она лезет по мне. Злодейка, я хочу ее удивить. Иди сюда. Иди сюда. Давай я тебя удивлю. Давай удивлю. Смотри, какая вещь. Какая вещь. А, вот так вот, да? Вот это сейчас ко мне приставала белка. Смотри, какая. Какая вещь. Какая вещь. Какая вещь. Сладенько. Все. Побежала с вещью она куда-то далеко. Сейчас, говорит, далеко я убегу. Далеко она убежала, да. Я, возможно, к себе куда-то побежала. А вот эта бегает, она... А я, говорит, как не родная, тут бегаю. Дай. Да, говорит, как не родная. Ну все. Эй, не родная белка, иди сюда. Нет, говорит, не пойду я сюда. Слышь, злодейка. Не, слишком высоко, мне кажется, висит кормушка. Ну-ка. Будешь такое? Такое я, говорит, не буду. Она толстая, мне кажется. Может, она беременна? Или просто? Просто отъелась. Ну все. Кормушки. Морковку они съели. Надо положить ему еще чуть-чуть сюда. Орешков. Орешков положить. Еще морковки. Если она заходит, надо класть, а почему нет? Все. А вот она прибежала. Я, говорит, прибежала. Смотри, какая вещь. Какая вещь. Какая вещь. Уронила. Ну ты уронила, орешек. Ну кто ж так делает-то? И чего теперь делать? Вот.
Побежали. Ну все. А эта сидит, ест. Сколько она уже съела здесь? А я, говорит, голодная. А я, говорит, голодная. Все.